Вообще-то для войск Украины вторжение действительно стало неожиданностью. Видимо, в полномасштабное вторжение верили только США. Но это же все равно не... Не, послушайте. Это, ну, нельзя так говорить. О чем говорить? Стало неожиданностью сказать, что вторжение, которое готовилось 2 месяца, о котором говорил весь мир, сказать, что оно стало неожиданностью, это сказать, это оскорбить Украину, оскорбить войска Украины, понимаете? Это такие вещи говорить нельзя. Как это может стать неожиданностью? Если для всего этого мира это не является неожиданностью, как это может стать неожиданностью для войск, которые это все анализируют, которые раньше нас с вами получают всю эту информацию, отрабатывают ее? Ну, о чем вы говорите? Конечно, это никак не стало неожиданностью. Думали они решаться на это, не решаться, это другой вопрос. Но неожиданностью это не стало. Конечно, нет.